конкурс, международный конкурс «Лучшие товары и услуги Поволжья», он проводится уже 10 лет. Мы стали лауреатами этого конкурса и получили золотую медаль. Вот два сорта лимонов у нас выиграли, как сказать, сорт крупноплодный юбилейный и мелкоплодный сорт ташкентский. Значит, за отличные вкусовые качества, за то, что продукт экологически чистый и используется большим спросом у населения. Наш лимонарий крупнейший вот в России, и, в общем-то, мы не раз уже занимали призовые места. У них приятный очень аромат, запах. У нас еще есть другие сорта, оранжевые лимоны, апельсиновидные лимоны, вот они здесь видны как раз, видите, да, в кустах. И есть лимоны, это арбузовидные, дыневидные, грушевидные. Ну, если их назвать своими именами, это сорт Салават, Урман, Зиля, Ляйсян. Это сорт, значит, арбузовидный лимон. Сорвали его в прошлом году. Весом 830 кг был лимон. Такой огромный, большой лимон. Вообще в Америке существуют лимоны до 4 килограмм. Представляете? Это целый такой огромный арбуз, да? Я первый раз в лимонарии, и я была поражена, сколько лимонов вообще можно вырастить, и что они бывают такими большими. Ну, как мы представим, лимоны всегда такие. Ну, лимон как лимон, а здесь прям вот такие, как грейпфрукты, наверное, размерами. И здесь куча лимонов и разных ароматов, так как здесь еще растут бананы, папайи. Лимоны, в принципе, люблю. Очень нравится сорт ташкентский, потому что у него необычный вкус. Также лимон нравится, потому что там есть витамины. Витамин С в самом лимоне, витамин А, Б в кожуре лимона. Мы химию не применяем, чисто на минеральных, на органических удобрениях. Забота в том плане, то, что мы их периодически каждый раз поливаем, обливаем водой, удобряем органические удобрения, минеральные удобрения, подкормка конским навозом, промывка листьев вот просто водой. Вот это все вот дает как бы свои результаты, потому что они такие у нас солнечные, яркие, вкусные.